Моя бабушка Сухова Евгения Сергеевна, 1926 года рождения. Во время Великой Отечественной войны жила в городе Кузнецке. В июле 1941 в Кузнецк прибыл первый эшелон с оборудованием эвакуированного из Подмосковья завода номер 34, принадлежавшего Наркомату авиационной промышленности СССР. Затем стали прибывать вагоны с оборудованием завода 462 из подмосковного города Болшево. Этот завод производил узлы и детали авиационной промышленности. На базе этих двух заводов и был создан завод «Кузнец-полимер-марш». На этом заводе моей 15-летней бабушке, как и другим женщинам, пришлось заменить у рабочих станков ушедших на фронт мужчин. За полтора месяца бабушка освоила специальность токаря. Она была очень хрупкого телосложения и маленького роста, так что для работы на станке ей приходилось пользоваться скамеечкой. За свою работу бабушка отмечена медалью «Труженица тыла».